«Мой мир детства». Под таким названием в Люберцах торжественно открыли детский сад. Он работает на условиях государственно-частного партнерства. Праздник первого дня рождения собрал не только юных воспитанников, но и тех, благодаря кому существует этот объект дошкольного образования. Сегодня в этом учреждении нарушили предновогодние традиции. Здесь отмечают другой праздник – первый день рождения детского сада. Хоть он работает уже с сентября, торжественный объект открылся только сейчас, когда сформировались все три группы и преподавательский состав. С этим долгожданным событием их поздравили представители местной власти. Поскольку в этом микрорайоне большое количество новых строящихся домов и не хватает мест в детских садах, особенно для маленьких детишек, было принято решение эти муниципальные площади передать детскому саду под открытие детского сада государственно-частного партнерства. Детский сад государственно-частного партнерства – это программа Московской области. Учреждение, рассчитанное на 60 мест, сейчас почти заполнено. «Мой мир детства» на улице Новая ходит 47 детишек. Самому маленькому из них – год и месяц. Самые старшие – те, кто в 2018-м уже пойдут в школу. Добрыне Никитичу, к примеру, всего 3 года, а он уже самостоятельный и образованный мальчик. Так как в группах всего по 15 человек, это позволяет больше уделить внимание каждому ребенку. Часть оплаты за детский сад производит родители, и часть нам восполняет администрация. То есть нам восполняет коммунальные расходы, зарплату. Мы без этой программы бы тоже не справились. Мы представляем места тем детям, которым в частных детских садах не подошла очередь, или маленький возраст у ребенка, или по каким-то причинам детям нужен специальный уход. Помещение детского сада, а это 450 квадратных метров, расположилось на первом этаже новостройки в поселке Калинина. В этом учреждении, как и в муниципальных, есть музыкальные и физкультурные залы, учебный класс, кабинеты логопеда, психолога и изо-студия. Таких компактных дошкольных учреждений в городском округе несколько. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.